Всем привет, это плейлист в студии Кирилл Политов. Сегодня разберем в деталях выступление в Барнауле солиста советского ансамбля «Леся», песня и экс-фронтмена легендарной арии. Вот такая вывеска, поехали! Дождались целых 13 лет, не ступала нога Валерия Александровича на алтайскую землю. За это время Кипелов освободился от уз, отделился от теперь уже бывшего коллектива Арии и стал для фанатов иконой хэви-метал стиля. Отсюда результат – sold out. Билеты проданы за несколько месяцев до намеченной даты. Многие так и не смогли попасть на концерт, о чем тут же написали в соцсетях и попросили организаторов почаще приглашать металлистов в Барнаул. В обойме плейлиста лучшие материалы за все годы творчества. Из минусов концерта – место его проведения. Театр музыкальной комедии, а точнее сидячий партер. Усидеть в креслах было сложно, но первым рядам это удалось. Зато галерка вошла в раж с первых аккордов. Знаменитая рок-н-ролльная коза из пальцев, начищенная до блеска железа и характерное мотание головой. Что же касается главного действующего лица, Кипелов в этот вечер явно был в ударе. Излучал массу энергии, раздавал воздушные поцелуи и, главное, петь не забывал. Да еще как! Аншлаг не помешал жителям окрестных домов и случайным прохожим бесплатно послушать всю программу в исполнении долгожданного гостя. Рев гитары, дробь ударной в концертный вечер разносились далеко от театра. Наше резюме будет кратким. На таком шоу точно стоило побывать. На сегодня это все. Ставим на паузу. До новых встреч. Пока.